Санкт-Петербург, 1918 год. Николай, давно не виделись. Новое задание? Я тоже рад встрече. Хорошо, что прислали тебя. Поручение опасное. Нам сообщили, что у кого-то из царской семьи хранится старая шкатулка. Очень ценная. Возможно, частица Эдема. Царская семья в Екатеринбурге. Под охраной. Их охраняют простые люди под началом местного комиссара. Но все равно будь осторожен. Если это та шкатулка, которую мы ищем, за ней придут тамплиеры. С ними я справлюсь. Ну что, ребятуши, всем привет, это Assassin's Creed Chronicles Russia. Именно тот самый долгожданный эпизод в России, который мы так долго это с вами ждали. Задание. Потом я смогу вернуться к своей семье. Заодно посмотрим, действительно ли медвежата играют на балалайках и ассасин бухает водяру просто невзначай. Закат династии, июль 18 года, Екатеринбург. Разуверившись в своих идеалах, Николай хочет покинуть братство и уехать вместе с семьей в Америку. Для изготовления поддельных документов нужна немалая сумма денег, поэтому Николай согласился выполнить еще одно последнее поручение братства. Нужно отправиться в Екатеринбург, найти дом, где удерживают царскую семью, и отыскать там таинственную шкатулку, древний артефакт, который братство давно пытается заполучить. Так, улучшение, украдите секретные документы у тамплиеров. Ну что, поехали, я вижу какой-то зернистости эффект, и мне кажется, что это не прикольно. Давай, на самом деле. Это последнее задание. Круто, вот круто то, что здесь нету, знаете, вот англификации такой под русский манер, типа «я все понял», «I'm understood», как-то так, с таким жестким акцентом никто не разговаривает. Действие в России, значит, будьте так добры говорить по-русски. Так, РТ у нас прыжок, а ускорится, понятно, ну и можно залезть вот так. Очень необычный тон, если вы играли... Господи, как же она называлась? Такая игра была у нас, помните, по стилю, напоминающую GTA-шку? И там тоже можно было дебоширить, только там это дело происходило в военное время. Очень-очень по стилю напоминает, если я вспомню... А Саботёр, во! Саботёр она называется, я когда-то хотел даже пройти ее. «Свобода, равенство и братство» у нас написано. «Ополченец, чтобы украсть у солдата припасы, подкрадитесь к нему сзади, пригнувшись ЛТ, удерживая РП». Так. Опа-опа-опа-опа-опа. Чпоньк! Обокрали. Обманули дурака. На 4 кулака полезли. Я не буду ничего озвучивать, переводить, друзья. Читайте, слушайте. Они близкие. Так, а внутрь можно зайти? Потому что там я вижу что-то интересное есть. Кормите детей, защитников Родины, свобода, равенство и братство. Поехали. В зависимости от того, как вы проходите часть уровня, вы получаете ту или иную оценку за стиль. Мне уже нравится. Такой, знаете, стиль нуарный на самом деле, потому что красный и такой вот черно-белый. Очень-очень круто. Чтобы сбить его с толку, можно погасить свет. О, как хорошо. Так, разрушаемые источники света. Давайте посмотрим базу данных. Так, Екатеринбург, как мне это дело пролистать? Легенда, навигация, L у меня почему-то не работает, я просто вижу карту. Хорошо, не суть важно. Выберите винтовку с помощью крестовины, используя ЛБ и Р одновременно, чтобы прицелиться, и РБ, чтобы выстрелить. Так, ему в голову стрелять мы, конечно же, не будем. Опа! Давай. Спускайся! Твою мать. Так, давай заберем. Ох, ништячок забрали. Оу-оу-оу-оу-оу. Есть вероятность того, что он может меня спалить, наверное, отсюда. А знаете, как мы сделаем по красоте? Я вот здесь спущусь. Можно же здесь спуститься? Ладно, не суть важно. Главное, что мне вроде как все пока хорошо устраивает. Езжай да посмотри, там живут те, у кого... А, понятно, это диалоги. Иди сюда. Иди сюда, зачёныш. То есть его ограбить я не могу, что ли? Ладно, спокойно. Зайдем тогда в вагончик и посмотрим. Находясь что? Находясь под объектом, на котором можно повиснуть, нажмите РБ, чтобы подняться вверх быстрее. Оу, как круто! Слушай, это было у нас, когда мы с Махараджи играли. Так, давай сюда. Прошлая часть, конечно, мне показалась катастрофически сложной. Я видел некоторые стримы и летсплеи ребят, они там реально просто давали дёру в этом плане. А чё вы-то ты?
Да ни о чем это я. Я просто хочу залезть и все-таки попробовать пройти. Но сразу говорю, визуально это круче, чем слоны и прочее. То есть оно сделано очень так, знаете, достойно, я вам скажу. Отклонить, чтобы посмотреть вниз. А, пройти. Во! Псевдо... Ну как, не псевдо 3D. У этого, кстати, 3D вот эффекта в таких вот подобных как бы вариантах платформеров есть свое определение. С помощью телефонов можно отвлечь внимание солдат в других комнатах. Можно позвонить, типа, алло, товарищ Бере. Ну так, сейчас попробуем. Алло. Вау, смотри, можно пробежаться. Что у нас там, взлом? Давай попробуем. Нажмите B, чтобы начать взломчик. Отлично. Мы его отвлекли, он пошел посмотрел, типа, что там происходит. Залезать будем или как? Выберите лебедку с помощью, используя ЛБ. Ага, ты хочешь так именно. Лебедочка. Так, лебедочка у нас пока не работает. Выбери лебедку, выбрали, используя ЛБ и Р одновременно, чтобы прицелиться, и РБ, чтобы закрепить ее. Так, подожди. Что-то ты не стреляешь. Нажми несколько раз, чтобы потянуться. А, во, во, работает. Так, работает, слушай, неплохо. Лифт есть, телефон есть. Это вам не с Махараджи бегать там по его это дворцам-то. Здесь все очень эпично. Что там у нас? Заберись. А, забери секретные материалы эти, документы. Готово. Фух. Быстро пригнитесь, чтобы спрятаться за письменным столом. Сейчас, подожди. Меня не заметят ее, надеюсь, тут? А, печалька! Ассасин! Пока. Нет, не получилось сказать ему пока, потому что нас быстро спалили. Моя ошибка была в том, что я не успел спрятаться за столом. Надо было перебежать туда по Шурику и попробовать. Смотри, сейчас еще раз делаем. Только по-быстрому уже. Звоним ему, говорим, что все хорошо. Знаете, как в детстве мы тоже любили звонить, допустим, в двери, в парадной где-нибудь или по телефону, что-нибудь сказать, а зачастую ребята просто молчали. Были маленькими ссыкунами на самом-то деле. Так, выбираем вот эту штукенцию, давай ее активируем. А, сначала взломать же надо, точно. Сначала у нас работает взлом, потом мы активируем вот эту штуку, лебедку так называемую, и направляем ее сюда. Тянем, вызываем лифт, и я бы, наверное, уже даже прыгнул бы. Смотри, как четенько. Так, готово. Надо будет сейчас очень-очень... Вау! Тихо! Твою налево! Так, вроде как бы я успел спрятаться, удерживая ЛТ, чтобы вас не заметили, пока солдат не закончит поиски. Ну что, солдат? Все, нашел? Вау! Давай, вырубай его! Ни хрена себе, ты что даешь, Ванька? Нагнись, используя ЛТ, удерживая, чтобы обыскать тело. О, как ты не шибко спешишь его обыскивать. Сначала присели, потом обыскали. Готово. Найдены патроны для ружья. Слушай, вот неплохо-то. Я помню, что у нашего индийского дружбана-ассасина не было оружия первое время, и приходилось тупо бегать, и меня это ужасно раздражало. Так, звонить уже не надо. Полезли. Откройте решетку с помощью лебедки. Давай. Сейчас мы немножко отойдем и попробуем это сделать. Давай сюда. Хопа! Знаете, вот что вам это напоминает? Ну, согласитесь, чисто Бэтмена у нас любил и ногами выдалбливать, и бета своими штуками разными пользоваться, чтобы делать примерно то же самое с вентиляцией. И хрена себе, здесь можно забраться. Но надо ли это делать, пока что большой вопрос. Давай попробую перелезть, смотри, хоп. Слушай, а мне вообще сюда надо? По идее, вся игра у нас идет как бы направо, то есть возвращаться обратно туда не стоит. Бежали. Опа! Знакомая шука, да? Шука. Не знаю, что значит. Вау! Тихо, твою мать. Сейчас мы его вырубим. Где ты? Кто здесь? Вот он! А, ничего не знаю, прощай. Пока. Все, давай удачи. Давай тебе пока, я тебе скажу. Тревога у нас. Тревога, но я думаю, что здесь нас он уже не спалит. Это у нас обратная сторона, так сказать. Смотри, хопа. Отлично. Все, тревога прошла. Мне нравится. Чем-то сейчас, знаете, на что похоже? Отдаленно напоминает еще Metal Gear. Вот, серьезно, вот прям именно вот эта часть в России напоминает почему-то Metal Gear мне. Так, давай сюда и пройдем туда. По крайней мере, в это интересно играть. Кормите детей, защитников Родины. Можно проехать на крыше трамвая. Согласен, давай заберем Хеликс, по-моему, так это называется. Мощная атака, мне пока это делать не нужно. Ох, там у нас спящий, смотри, дружбан. Можно проехать, но я предлагаю сначала аккуратно пройти. Ага, там у нас смотрящий, видишь? Не-не-не, лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Так, падать планируешь?
Во, падай, падай. Отлично. О, и мы отправляемся. Булочная у нас тут, а пельмена интересно будет. Полиция, смотри, какой экскурс нам устроили по матушке России. Так, поехали. Оу-оу-оу, хреново иногда просто кататься и не забывать про то, что у нас же есть тут враги. Очень зрячие, очень хитрые враги. Давайте попробуем еще раз. Такс, такс. Вроде я проехал, но они пытаются меня найти по-прежнему. Поэтому я думаю, надо просто свалить отсюда. Остановить трамвай. Дальше никто не поедет. Все на выход. Черт, проверка. Надо быть очень осторожным. Согласен, дерьмово. Тревога у нас по-прежнему работает, потому что там кто-то вроде как пытался нас спалить. Идем дальше. Тень бронза. Ну, мы с вами не фапаем как бы на показатели, наша задача просто посмотреть это. Используй свисток, чтобы заставить солдата покинуть пост. Выбери свисток, нажав вверх на крестовине, направь, удерживая ЛБ. Давай попробуем, радиус действия можно расширить. Смотри, вот таким вот образом. Ой, 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 тупо, 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 тупо. Туба-дуба дай, давай сюда. Опа, найс. Я согласен. Забери у солдата дымовые гранаты. Так, забираем, я думаю, что его можно было бы и вырубить. Там у нас, смотрите, знак ассасинов. Их братство. И мощная атака. Подожди. О, смотри, 2002. 2002. Значит, где-то это можно, по сути, как-то включить. Этот ублюдок палит дальше, поэтому надо придумать, как нам избавиться. Давайте еще раз. Так, радиус. Нет, это нам не надо. Подожди, расширяй. Расширяй. Это еще что? Во, пошел проверять, смотри. А мы быстро свалим отсюда. Ага, хренушки ты свалишь. Давай, прыгай, прыгай! Показалось, поди. Твою налево. А, все, я понял, в чем проблема. Я понял, в чем проблема. Проблема вот в этом. Вот так вот. Так, давай дальше. Слушай, увлекает. Очень даже увлекает. Давай чуть пониже, чтобы можно было перелезть вот сюда. И спокойно пройти. Там, по-моему, с дубиной стоял у нас Боротильничек. Так, спокуха. Ага, хренушки тут пройдешь. Вы помните, у нас там был пароль 2002. Где-то его... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно, конечно, зашкериться. Слушай, а может я могу, знаете, что сделать? Нет, туда не перепрыгну. Я думал, что я за эти, так сказать, могу зацепиться штуки. Че, он идет сюда реально? Так, ублюдок, спокуха. Ой, их там двое, херово. Херовастенько, однако. Так, ребята, давайте думать, как мы можем там пройти. Потому что это реально пока что проблема. Есть дымучка. Ну, можно кинуть, попробовать грену, смотри. А, мы гранаты же забрали, правильно? Где-то примерно в этой области, получается, он нас может не заметить. Смотри. Побежали, побежали, побежали. Так. Воу-воу, руби, руби, руби его. Ну как же так? Можно умереть-то с одного удара. Ну что ж ты будешь делать? Я думаю, что можно было к ним туда и не спускаться. Давайте попробуем тогда наверх пробраться. Используй дымовые гранаты, чтобы незаметно пройти мимо солдат. Так, дымовушку. Выбери дымовую гранату. Используй ЛБ одновременно, чтобы прицелиться и бросить ее туда. Опа, полезли. Смотри, опа, можно убивать. Угу. В России можно тут убивать, я смотрю, очень неплохо, потому что я говорю, в прошлых частях нам изначально, по-моему, такой возможности не давали. То есть надо было это дело открывать. Твои... Опа! Отлично. Забираемся и прячемся. Так, ну здесь вроде никого нет, поэтому я могу спокойно перебежать. Давай дальше. Хоп! Готово. Так, сепартия, чего у нас от соцреволюционная? Отлично! Отличненько. Но нам это сейчас мало надо, поэтому давайте просто идти вперед и смотреть за происходящим. А, вон, вижу, 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 вижу сюда. Поехали. Фух, могу сказать, что по уровню сложности пока неплохо. Потому что в Индии, конечно, была боль. Сразу говорю, это больно было. Даже в Китае было не так страшно. Идем дальше. Где-то, видимо, какой-то сейф должен быть, потому что комбинация 2002, это я помню. Опа! Карта синхронизирована, жмите, чтобы открыть ее. Так, база данных, это нам пока не надо. Люди, места и так далее. Так, вылазим. Там есть геликс, можно этот хеликс забрать.
Фух, доберись до другой стороны моста. Наша текущая задача — Екатеринбург. Для перехода в базу данных нажмите кнопку и посмотрите. Нужно перейти на тот берег. А сейчас перейдем, не вопрос. Это дело 3 минут. Подожди, стоп, назад. Можно забрать очки. Сейчас дело заберем. Так, там у нас ящик. Я помню, как мы в Индии играли, тоже пытались ящик там с вами залутать, посмотреть. Так, давай сюда. Слушай, а туда, наверное, лебедкой можно, да? Слушай, сейчас проверим. Нет, не цепляется. Я уж понадеялся, думал на лучшее. Так, давай сюда, вот. Сейчас посмотрим, интересно, что у нас здесь. Осмотри. Так, что там у нас? Ничего, чтобы нас касалось. Жалко. Серьезно, не только у пчелки в попке, но и здесь тоже. Так, дымучка. Есть 2 штуки. Можно было бы, конечно, засранцев завалить, но они разошлись. Спокойно. Не с места. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо, тихо. Падай, ну как же так-то ж, мать моя женщина. Такой, знаете, вот забавный такой фейл получился. Вальяжненько себе прогуливаешься, никого не трогаешь. Знаю, что здесь нужно быть на стрёме, Олежа. Ты просто прогулялся. Давай еще раз. Так, вон они выходят все. Что происходит? Ничего пока запретного здесь у нас не происходит. Можно убивать, но репутация будет падать, я думаю, из-за этого. И золото нам уже не дадут. Так, смотри, один уходит, и второй уходит. Давай. Оп, отлично. Да какого хера? Прыгай. Ну как же так-то? Фух, надо было просто пробежаться. Я думал, что если я пробегусь, они просто запалят, как я это делаю. Но, как видите, хорошо, вроде все обошлось. Подвинуть платформу поближе. Согласен, может быть, лебедочкой? Как ты думаешь? Сейчас мы нацелимся, гребаный геймпадушка. Давай сюда. Неудивительно, что никого это как бы не парит, я смотрю. Так, смотри, она двигается. Можно, видимо, за нее зацепиться, что я сейчас еще раз и сделаю. Давай, нулика, давай. Отлично, поехали. Фух, таким способом без проблем пройду, но там есть важное тело, которое, видимо, нужно залутать на момент тех самых секретных доков. Это будет непросто, но мы попробуем. Так, здесь еще 2. Ёпту налево. Жалко, что нет каких-нибудь дротиков или ножей, как я любил делать в синдикате. Слушай, как мне это пройти? Я могу, конечно, их греной вырубить, а что у нас здесь? А здесь еще все намного хуже. Смотри, он даже палит, он даже смотрит в мою сторону, но меня не видит пока что. Можно из ружья попробовать, но я боюсь, что таким образом... Давайте попробуем сначала грены, ладно, умрем, так умрем, не страшно. Так, смотри, радиус такой. Давай еще быстро. Готово. Так, с этими расправились. Можно, в принципе, будет их залутать сейчас. Мне нравится реально возможность, как в полноценном ассасине, ты можешь убивать кого угодно. Ну, естественно, что если нет таких ограничений, допустим, в задачах наших, в миссиях. Так, с этими расправились. Дымучка просто решает все проблемы на самом-то деле. Так, надо придумать, как этих 2 шалопаев отвлечь. Надо как-то поближе, что ли, подойти. Сейчас попробуем. А, подожди, чё я парюсь-то? Мы можем сверху, с левой стороны попробовать. Давай. Так, подходим. Ого, 3 человека. А вот как с последним быть, это пока что большой вопрос. Смотри, он посмотрел вниз, там еще 2. Если я этих убиваю, значит, с теми у нас реально беда просто. Смотри, он сюда входит. Падай. Время есть еще. Давай. Готово. Так, с этими ублюдками разобрались. Отлично. Давай лутать их. Нелутаемые ребята. Вот этого точно из патроны. Забирай. Готово. И вот это надо. Тихо. Уходим. Пока нас здесь не спалили. Смотри, что можно сделать. Здесь можно пройти. Можно было так изначально. Можно было более жестким таким способом, как сделал я. Давай сюда. Раз наша задача всех перевалить, чертовой матери, будем действовать по-жесткому. Так, давай сюда. О, отлично. Если бы он туда посмотрел, я бы, наверное, его быстро вырубил. Слушай, а если я сейчас пробегусь? Опа! И сломал ему нахер шею. Так, тело мне пока не нужно. Давай я посмотрю, что у тебя есть. Готово. Нам сюда, что ли?
Можно попробовать. Залезай же. Так, может тебе как-то с помощью лебедки залезть сюда? Не хочешь? Ладно. Хрен с тобой. Что у нас есть? О, там еще одно тело, смотри. Но он как бы зашел и выходить что-то не особо не собирается. Ладно, давай пробежимся, посмотрим. Всех перевалили к чертовой матери, нас не спалили, что самое главное. Теперь осталось понять, куда нам двигаться дальше. Так, у тебя что-то тихо-тихо, бросай. Максимум боеприпасов. Уже просто некуда их складывать. О, вот сюда получается. Можно было к ним не возвращаться, я думаю. Золото! Нам дали золото, ребятуши. Даже если вы тихо устраняете, то как бы проблем с этим нет. Едем дальше. Аптека, я вижу. Полиция по-прежнему. У них только аптека, полиция, я смотрю. Нормально. И булочная. Аптека, полиция, булочная. Вот, друзья мои. Самое счастливое, так сказать, время. Так, приехали. Погнали. Фух, одни документы мы уже забрали. Вон, я смотрю, еще ходит очень много интересных ребят. Надо устранить караульных, иначе убьют. Воспользуйтесь огневой точкой. Понятно. Нажми Б, находясь на позиции, стрелять из винтовки. О, неплохо. Так, дружок. Подожди, может как-то прицел у нас есть? Удерживайте ЛБ, чтобы... А, ЛБшку надо. Вот это другое дело. Нажми РБ, чтобы выстрелить из винтовки. Готово. Самое удивительное, я так понимаю, что нас никто не видит, не слышит. Пока. Пока. Нейтрализация. Прям как Хитман, слушайте, мне нравится. Серьезно, это самая классная часть, которую я играл именно в Assassin's Creed Cro... Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, родной. Пока. Не надо мне тут кипиш поднимать. Вот да, по-моему, сказал what the hell, нет? А тут труп двигается, труп движется. Пока. А второй, по-моему, пробежал сюда. Дружище, пока. Дружище. Все, заберите секретные документы у них. Если мы сейчас доберемся, все будет отлично. Побежали. Давай сюда. Фу, слава богу. Ну что, попробуем спуститься, давай. Оп, готово. Так, здесь ничего интересного. Мне вот, знаете, что забавляет? Где использовать код? Мы нашли с вами комбинацию, а где ее активировать, пока не ясно. Тихо, нет, положи. Чтобы залутать, видишь, сначала надо присесть вот так вот. Максимум патронов. По-моему, там было несколько золотых ребят. Мне кажется, что у них что-то интересное. Тебя тоже патронами не надо это дело. Так, туда наверх-то уже не получается. Хорошо, тогда проследуем сюда. Гидродинамические мины взрываются, если кто-то пройдет рядом. Чтобы пройти, следуйте за человеком с магнитным ключом или украдите у него ключ. Сейчас попробуем. Так, этот идет сюда. Окей. Можно попробовать, конечно, его вырубить, что мы, в принципе, и сделаем. Он же наверх смотреть не будет, правильно? Я очень на это надеюсь. Слушай, а сверху нельзя на него как-то атаку сделать? Мне бы очень это не помешало. Слушай, давай я его аккуратно вырублю, наверное. Хопа! И зашкерился. Так, там у нас чучело отдыхает одно, хорошо. Ждем, пока этот вернется, я попробую. Там есть примерно полсекунды, чтобы я успел его вырубить. И вот вопрос в следующем. Если я начну его вырубать, проснется ли этот чувак? Пока что для нас вопрос. Давайте проверим. О, нейтрализация. Давай сюда. Иди сюда, сюда, иди. Вот так вот. Найден магнитный ключ. Выходим. А того бедолагу мы не трогаем. По идее, сейчас мина... Взорваться не должна. Готово. Так, полезли. Я не знаю, как долго действует магнитный ключ. Видимо, на определенный... Оу! Тихо, тихо. Чтобы украсть у солдата припасы, подкрадитесь к нему. Понятно, сейчас попробуем. Нейтрализация золота. Так, давай. Готово. Секретные документы получены. Осталось найти последний, и, в принципе, все будет в шоколаде у нас. Фух, освободи путь к дому Ипатьева. Может быть, Игнатьева имелось в виду? Че это ты у нас делал так, задвижуху такую? О, залезай. Так, там у нас, по-моему, никого нет, поэтому трогать нас никто не должен. Побежали. О, как напрягающе, вы знаете, реально волнующе. Могу смело сказать сейчас, без зазрения совести, что это пока что лучший Assassin's Creed, серьезно, из Chronicles.
из эпизодов, которые выходили. Не то, что потому, что это в России происходит, а просто потому, что мне нравится механика, мне нравится геймплей. Надо попасть внутрь так, чтобы... И это несложно лично пока для меня. Если подмогу позовут, пиши пропало. Согласен, будь дерьмово. Вот где мы сейчас соснем с вами с обильника, так. Так, боевая позиция. Фух, давай, наверное, с верхних начнем, да? Хотя нет, эти разговаривают. Вон у нас братан есть. Неужели не слышит? Готово. Вау, вас заметили! Япона, мать! Тело обнаружено. Значит, надо еще раз попробовать стили Хитмана, их по-быстрому всех устранить. Можно с верхних начать. А я сейчас попробую еще раз только с верхних. Давай. Хотя знаешь, как мы сделаем? Давай еще раз я вот этого убью. Так, его никто не трогает. Бляха-муха, не успевай. Он перезаряжается, я не успеваю просто вынести его. Сейчас будем решать. Окей, давайте попробуем еще разочек. Мало ли вдруг получится. Тактика примерно следующая. Выносим этого. Выносим этого. Этот сейчас немножко отойдет, мы тоже, в принципе, можем его вынести. Можем не выносить. Опа, можно вот так вот сделать. Потому что, смотрите, этот проглядывает низ, а тот, что справа, у нас проглядывает именно вверх. То есть перебежать туда и завалить их с дыма я, например, никак не могу. Ой. Пардонище. Я надеюсь, что ты у нас не станешь. Ты еще живой? Падай, твою мать. Так, вроде как нормально. Здесь подсвечен у нас, как вы видите, вот этот прожектор. То есть его можно так вот расследовать. Идите смотреть. Готово. Да как же так? Ну я же убил его. Вы видели, что я его убил, и почему-то у нас сработала тревога. Есть предположение, что я могу их вырубить вот так примерно. По-быстрому, потому что по-другому они у меня, суки, никак не убиваются. Привет. Фух, ну а с верхними, я думаю, уже можно как-то расправиться. Что у вас было? Патроны мне не нужны, поэтому давайте двигаться назад. Фух. Они портили всю картину, на самом деле, вот эти ребята с прожектором. Сейчас, по идее, можно расправиться уже попроще. Так, этот уходит, это не страшно, с ним можно быстро решить все проблемы. Опа, пока. 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 И тебе мы тоже скажем... Ой. Пока. Нет, ой, мы не говорим, все нормально, вроде так. Фух, с этим расправились. Опять же, все вроде как мертвы. Я так понимаю, что теперь к дому этого Игнатьева можно пробраться без проблем. Давайте попробуем. Надо было изначально так сделать. Потому что если вы стреляете в прожектор, потом стреляете в одного из них, а второго вы не успеваете убить за полсекунды, потому что срабатывает тревога. Так, это дело у меня есть, там я, в принципе, не пройду. Давай здесь попробуем. Прыгай. Прыгай, дружок. Не хочешь прыгать? Ладно. Так, у этих вроде все чисто. Что у него там находится? Что-то там у него есть. Пойдем посмотрим. Ух, есть какой-то, знаете, эффект такой, как зернистые пленочки. Тихо. Лутаем его. Найден магнитный ключ. Теперь, по идее, эти мины меня трогать уже не должны. Можно, конечно, было пройти как-то иначе, я думаю. Да, там телефон у нас предусмотрен. Давай внутрь. Ага, хренушки там. Можно было, конечно, никого не убивать. Видишь, мина у нас уже не активна, это хорошо. Так, проходим. Угу, связь между телефонами, как мы видим, у нас прямая. Фух, там тоже какие-то ребята. Как мы туда заберемся? Давай смотреть. Там, по-моему, есть балкон, можно через балкончик попробовать. Ассасин золота. Не хотел на золото, не планировал, но так получилось. А здесь у нас получается конец, да? Это толпа. И ведь ничего уже не поделаешь. Но задание я должен выполнить. Оттесните их! Не пускайте их в дом, пока мы не найдем шкатулку! Тамплиеры. Отлично, с тамплиерами, я так понимаю, будет пожестче. Но, тем не менее, друзья мои, максимальный счет за уровень, мы это дело все прошли. Следующая воспоминательница. Я думаю, что сейчас посмотрим заставку, и можно будет закончить наш первый взгляд. Допросить их любыми средствами, потом убить. Тамплиеры хотят убить Романовых?
Не будут же они в детей стрелять. Мне уж точно не стоит ввязываться. Свою бы семью защитить. Вот, найду шкатулку. И тогда, наконец, увезу отсюда Аню с Надюшкой. Чудесно. Так, «Ярость красных», июль 1918 года, по-прежнему Екатеринбург. Орлов добрался до дома Ипатьева, где большевики держат в заперти царскую семью. Он обнаружил, что некоторые охранники ищут ту же шкатулку, что и он. Тамплиеры внедрились в ряды большевиков и пытаются использовать революцию в своих целях. Ну что, ребят, здесь мы сделаем, пожалуй, с вами остановочку. Надеюсь, что вам игра понравилась и вы поддержите меня лайком. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока-пока.